Добрый день, микрофон у Владимира Сметанина, свой микрофон и у гостя особого мнения. Это Павел Дорофеев, депутат Законодательного собрания Кировской области, фракции «Справедливая Россия». Напоминаю, Павел, добрый день. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, Василий. С Новым годом вас. Да, спасибо. Со старым Новым годом приближающимся. Спасибо. Да, ну, мы сегодня пройдемся по разным темам, в том числе не слишком веселым. Ну, наверное, с нее и начну. В конце прошлого года, как известно, огромное потрясение свалилось на нас. Это уход из жизни Василия Куприяновича Сураева, который в том числе руководил и фракцией «Справедливая Россия» в нашем региональном парламенте. Павел, в связи с этим, какие изменения сейчас все-таки в работе фракции, в целом партии, неизбежны? Хочу отметить, что, конечно, это огромная трагедия для нас, для фракции, в целом для Кировской области. Я считаю, что каких-то особых изменений, наверное, не будет. Василий Куприянович, конечно же, вносил огромный вклад в работу фракции. Несомненно, он был большой авторитет, наверное, не только для нашей фракции, для всего законодательного собрания. Поэтому наша сейчас задача, в первую очередь, сохранить тот авторитет, тот уровень работы фракции. Вот, поэтому в ближайшее время мы этим будем заниматься. В принципе, у нас во фракции полное взаимопонимание. Всегда приходим к компромиссу с коллегами. На ближайшей фракции будет поставлен вопрос о избрании нового руководителя фракции. На ближайшем заседании фракции. Когда состоится? Планируем в конце января, в начале февраля. Угу. Вот, поэтому особых изменений, думаю, не будет. Будем также работать, стараться на том же уровне сохранять эффективность партии. В общем, как вопрос-то все-таки будет решаться? Каждый сможет сам за себя, то есть выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя фракции, или как-то коллегиально будет приниматься решение? Скорее всего, будем коллегиально. Угу. Да. Ну и также, конечно, если у кого-то из депутатов появится желание выдвинуть свою кандидатуру, то, конечно, они могут это сделать, безусловно. Из числа депутатов, представителей, да, фракции, да, непосредственно. Конечно, конечно. Вы планируете выдвигать кандидатуру? Моя позиция такая, что я не откажусь, да, если мне окажут доверие, если предложат, например, там, члены партии, я не откажусь, готов возглавить фракцию. Ну, опять же, я говорю, что будем решать коллегиально любую позицию, в любом случае я также поддержу. Что у нас с коллегами хорошее взаимопонимание, в принципе, я считаю, что у нас все достойные депутаты, поэтому наверняка любой из депутатов, кто возглавит фракцию, опять же, если мы примем обоюдное решение, то эффективность будет хорошая. А до выборы приход нового человека во фракцию? До выборы. Это должно произойти? Да, они, опять же, будут, так как Василий Куприянович был по одномандатному округу избирался, то будут назначены перевыборы. Сейчас вопрос рассматривается. Я думаю, что мы будем выдвигать своего кандидата. Когда? По срокам тоже можно? Я думаю, что это будет в сентябре этого года. В сентябре, да, наступившего 2018, да, года. Да. Ну, в общем, вы так головы не опускаете. Конечно, да, чувствуете. Да. В любом случае. Несмотря на то, что потеря, конечно, огромная. Завершился 2017 год, и мы много эфиров в ушедшем году посвятили тому подведению, вернее, итогов, да, и мы наших гостей, спикеров спрашивали о том, что, на их взгляд, считается главными событиями 2017-го. И вас тоже, Павел, хочу спросить. Вот главное событие ушедшего года со знаком плюс, со знаком минус. Давайте с положительного. Давайте какого-то явления. Ну, что считаете? Конечно, важно, что, да, произошли у нас выборы главы региона, главы города Кирова. Вот, считаю значимым событием. Был утвержден состав правительства. Пришли сильные, считаю, энергичные люди, которые достойные люди, готовы работать на благо региона. Сильно энергичное правительство имеете? Да, члены правительства, от которых утвердили в 2017 году. Был большой наплыв в 2017 году федеральных чиновников. Так приезжал премьер-министр Дмитрий Медведев, Вероника Скворцова приезжала, даже патриарх Кирилл был, участвовал в крестном ходу. Но президент это не забывайте. Да, приезжал, президент Путин приезжал. Я считаю, что это значимое событие. Он выразил, во-первых, поддержку главе региона, а это, конечно же, способствует развитию региона, выделение финансирования из федерального бюджета, что мы уже, в принципе-то, видим, и в 2017-2018 году выделяются немаленькие средства на ремонт дорог и различные социальные проекты. Вот, поэтому также нельзя не запомнить, впервые, наверное, за последние 10 лет, это утверждение профицитного бюджета.
Конечно, он непростой в условиях своей закредитованности, но при этом удалось сохранить... Подожди, это чисто технический ведь вопрос, просто это требование федерации, ну, по крайней... для того, чтобы реструктуризировать нам. Ну, по крайней мере, за последние 10 лет впервые он принят, вот, на моей памяти, я считаю, что это как-никак такое событие, которое запомнилось, но при этом удалось сохранить все социальные обязательства гражданам. Кстати, «Справедливая Россия» за бюджет голосовала? Да, за? Мы, за? Да, мы за. Поддержали. Поддержали бюджет. Что касается санавиации, также была возобновлена работа, если я не ошибаюсь, в 17 году более 500 вылетов было в районы Кировской области. Это в первую очередь спасение жизни жителей области, в том числе детей. Учитывая, что у нас многие районы слишком отдалены, нет дорог, я считаю, это, опять же, очень знаковым событием. Накануне буквально появилась новость о том, что наш регион признан лучшим в плане развития санавиации. Да, вот также запомнился мне закон о выделении земельных участков организациям как мера поддержки обманутым дольщикам. Я считаю, что эта мера, в принципе, должна была быть принята, наверное, и ранее. Но вот, потому что, опять же, если перейти сейчас к минусовым каким-то запоминающимся моментам 2017 года, то остро стоял вопрос, наверное, и до сих пор стоит обманутых дольщиков. Очень много было скандалов в 2017 году. И на сегодняшний день пути решения появляются, но они пока не реализованы. Поэтому, ну и, конечно, наверное, самый минусовый запоминающийся момент 2017 года. Самый негативный. Ну, это, конечно, для нас уход Василия Куприяновича. Для нас, ну, такой, наверное, самый сложный и неприятный момент. Угу. А в плане коллег депутатов в городской думе? Ну, городская дума, мы уже... Есть некое движение? Да, я считаю, что очень сильная команда у нас в городской думе. Мы уже проводили совместное заседание фракции, совпадают наши мысли, идеи, взгляды. Ну, вот ведется совместная работа, и довольно состав немаленький у нас там, в сравнении с предыдущими годами. У нас 6 депутатов, один из них замглавы города. Я считаю, что это довольно сильная команда, эффективная, и сегодня у них есть четкая позиция, видимость работы и как должна выстраиваться работа на ближайшие годы. Ну, руководит фракцией в Гордуме Владимир Вениаминович Журавлев, напомню, да. Справедливо-Россов. Но в личном плане что-то запомнилось в 2017 году какой-то? Ну, на самом деле, 2017 год был там, лично для меня интересным. Опять же, в 2017 году я стал депутатом законодательного собрания. Но вот много было и сложных, и хороших моментов. Поэтому я считаю, как минимум, хороший опыт и мудрости получил за 2017 год достаточно. Такую прибавку. Прибавку, да. Личностный рост небольшой. Ну, да. Да, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжится особое мнение Павла Дорофеева, депутат законодательного собрания Кировской области. Вернемся очень скоро. Мы сейчас будем говорить с Павлом Дорофеевым о городских проблемах и темах. Вот я сейчас смотрю на сайте Ньюслер опубликованные результаты проекта под названием «Город России. Национальный выбор 2017». Речь идет о том, что сами пользователи этого сайта могут в течение года голосовать за тот мегаполис, который они считают самым лучшим в нашем государстве. Так вот, по итогам прошлого года наш город Киров занял 77 место из 83 возможных. То есть это в самом-самом конце списка. Рядом с нами Самара, Нарьян-Мар и Пермь. Значит что-то для вас такой результат? Ну, на самом деле я не могу судить сейчас, насколько эффективен этот опрос, потому что ведь вероятность есть такая, что не все приняли участие в нем, да, или приняли те участия, которые... А может быть, он есть... заточен был под, ну, что-то, да, под кого-то и так далее. Да. Сложно из него какие-то делать выводы и там, отталкиваться от этого результата. Это я так подхожу к снова поднятому вопросу о возвращении названия исторического нашему городу. Вы в курсе, да, уже, да, видели эту информацию. Региональная общественная организация «Возрождение Вятки» появилась в прошлом году, и вот буквально час назад мы с представителем организации общались по телефону, Марк Неустроев его зовут, и он сказал, что есть целая такая концепция информационной кампании по доведению информации до жителей областного центра о том, что Вятка — это намного лучше, чем Киров, что Вятка — это наши корни, и только называясь именно таким образом, мы можем смело смотреть в будущее и развиваться. Ну и вот у вас хочу поинтересоваться, ну, Павел, Вятка или Киров? Мое мнение такое, что, во-первых, очень много раз уже выдвигали данную инициативу там, в 2011 и в 2012, по-моему, году. И в 2009. Да, и в 2009. И вообще сейчас в целом по России очень много в городах, где даже хотят референдумы провести по переименованию региона. Я считаю, что, наверное, сейчас это не самое важное. А что изменится-то от этого? В моем понимании, что все же бренд Вятка — это больше туристический бренд. Надо больше наполнять, наверное, регион какими-то моментами, там, архитектурами в стиле Вятки, для того, чтобы город
было более интересно для туристов. А от переименования-то ведь ничего не изменится. И у нас наоборот, по-моему, сегодня жителям страны больше нужна стабильность, а у нас постоянно все стремятся что-то переименовать, переписать, изменить. Поэтому я в этом смысла не вижу. Вообще, смысла не видите вообще или сейчас? Ну, я, честно говоря, смысла не вижу вообще, потому что Вятку в Киров переименовали город в 1934 году. Лично я родился позднее, моя мама, бабушка, даже если какие-то родственники родились в этот период, они все равно сознательную жизнь прожили уже в городе Кирове. Поэтому, в принципе, лично у меня никакой ассоциации с Вяткой нету, и я считаю, что нет никакого смысла что-то переименовывать, а жить в городе Киров, который есть. Ну, у меня позиция такая. Ну вот директор издательства «Ократ», когда час назад Евгений Дрогов говорил о том, что ведь поколение это новое поколение, для них название Киров будет значить все меньше и меньше. Это мы родились в советскую эпоху, и мы знаем, кто такой Сергей Миронович. А для них эта информация будет уже не такой важной, не такой нужной. Если говорить о будущих поколениях, может им Вятка все-таки милее? А кто мешает тогда, я говорю, опять же, наполнять город различными символиками Вятки, там, устанавливать какие-то скульптуры там, с Вяткой, делать архитектурные формы, ведь этого никто не мешает. Я считаю, что все же это больше, в моем понимании, туристическое направление, я считаю, что вот в этом направлении двигаться и надо. Вот, опять же, моя сугубая точка зрения. А вы сталкивались с такой ситуацией лично, находясь в другом городе, в другом регионе или в другой стране? Вас спрашивают, откуда, вы говорите из Кирова, там не понимают, а когда говорите Вятка, вот тут уже все становится ясно. Это я к тому, что это тоже аргумент Евгения Дрогова о том, что для всего внешнего мира мы Вятка, а вот шизофрения такая возникает. Я больше сталкиваюсь, когда я говорю, что из города Кирова, и меня спрашивают, где такой город, когда я говорю Вятка, то опять так же не знаю. То у меня больше такого на опыте. Возможно, мой круг общения, опять же, там люди, которые больше прожили в период, когда был город Киров, и для них там больше он узнаваем, возможно, так. Ну, я считаю, что тут, наверное, надо все равно отталкиваться от мнения населения, да, от какого-то большинства, проводить какие-то опросы, исследования. Ну, говорю, лично моя точка зрения, что переименовывать никакого смысла нет. Ну, а как оценивать деятельность этой организации, только-только стартовавшую, о том, что они будут людям, в том числе там, с помощью листовок, я так понимаю, почтовые ящики разносить и доводить данные о том, что это, в общем-то, не затратно и не страшно возвращение названия города. Я считаю, почему? Что пускай попробуют. Никаких проблем не вижу. Да, общественное мнение. Ну, вопрос, если это идет не из финансирования данного проекта, там, не из бюджета, а как-то самостоятельно, за счет каких-то спонсоров, то вообще никаких проблем нету, пускай проводят. Может быть, даже и неплохая идея. Павел Дорофеев не поддерживает. Да, я не поддерживаю. Идею возвращения названия Вятка. Хорошо, идем дальше. Про уборку города хочется поговорить. Вчера мы с представителем городской администрации обсуждали в нашем эфире в программе «Дневной разворот» эту тему. Одна из больших проблем – это припаркованные у обочин, да, улиц транспорт, который стоит сутками, месяцами и мешает снегоуборочной технике. И наши власти все время повторяют такие грозные слова в адрес подрядчиков, что работать нужно лучше. И они недавно, в том числе, их обязали отправлять фотографии, да, уборки в интернет-мессенджерах. Вот из года в год такая ситуация повторяется. Ну, правда, надо сказать, что снега в этом году еще поменьше. В прошлом году как-то позаметнее был этот коллапс. Ну, вот как вы считаете, такая городская проблема, как плохая очистка? И не своевременная, не оперативная очистка. Вот с какой стороны заходить, чтобы решить эту проблему? Ну, вот лично от себя хочу сказать, что, во-первых, в том году была мера установки различных табличек о том, что нельзя парковаться на определенных улицах. Насколько я знаю, что эффект от этого был. Считаю, что это направление нужно продолжать. Возможно, на законодательном уровне. Имеется в виду, то есть до начала, собственно, уборочной кампании ставить знаки, предупреждать. Оповещать через средства массовой информации о том, что на таких-то улицах там планируется в такие-то ночного время, например, уборка, чтобы не парковали машины. Возможно, на законодательном уровне вообще запретить парковать машины на главных улицах ночного времени. И считаю, что тоже это одна из мер. На уровне Гордумы это или на уровне? Ну, на уровне, наверное, законодательного собрания, да, там на какие-то места будем разрабатывать, да, вопрос. В принципе, это актуальный. Ну и, как мое мнение, опять же, не хватает машин маленьких снегоуборочных. Сейчас, кстати, вот они стали появляться. В прошлом году практически их не видел, которые могут чистить уже и тротуары, и какие-то более узкие дороги, потому что там ездят широкие, огромные машины, довольно уже несовременные, которые гребут снег, и тут же там колея появляется в другом месте. Поэтому нужна более современная техника, пополнять нужен парк. Ну, на самом деле, эта работа, вот насколько я вижу, в этом году ведется. Ну, вот, поэтому будем надеяться, что результаты последуют. Представители администрации сказали о том, что сейчас прорабатывается вопрос
проработаю этот вопрос, чтобы подрядчики не на один год получали какие-то гарантии, да, контракта там, на два года, и они понимали, что они будут не только в следующем, но и в после следующего году востребованы, и смогут тоже закупать дополнительную технику и так далее. Это абсолютно правильно, потому что даже там получить кредит, он как минимум там берется на несколько лет, и не понимая, будет ли там подрядчик обеспечен на следующие года работой, конечно, он несет там риски, и там, ну, даже сам банк может ему просто не одобрить там кредит, не... И нет возможности пополнить парк. Поэтому как вам заявление главы администрации города Ильи Шульгина о том, что это последняя зима, когда мы используем смесь песка и соли? Будем переходить, например, на гранитную крошку. Ну, я считаю, что в любом случае это решение наверняка обосновано и основано на каких-то заключениях эксперта, на каких-то анализах уже профессионалов. Нет, это пока не решение, это пока еще обещание. Обещание. Ну, главы администрации. Я считаю, что наверняка оно верно, потому что, опять же, я не профессионал в этой сфере, да, и не могу сейчас сказать, там, эффект от крошки, либо там от Бионорда, вот чем посыпают дороги, от чего лучше. Поэтому, если глава администрации планирует в таком направлении работать, то наверняка, да, какие-то эксперты дали данное заключение, он от чего-то отталкивается. Поэтому, значит, верное решение, предложение. Там, кстати, успели познакомиться с новым главой администрации? Да. Ну, дайте свою оценку Илье Вячеславовичу. Ну, я считаю, что как очень главе, достойное управление, да, плюс работал на крупных предприятиях в других регионах, на предприятиях на самом деле там стратегически важных, где я думаю, что просто отсиживаться вряд ли было возможно. Поэтому я думаю, именно опыт и управление такого человека даст свои результаты. Вот. Ну, и меня всегда, честно говоря, подпитывает, когда люди не только работали в госструктурах, а работали и в крупных предприятиях, там, в коммерческих предприятиях, потому что там все равно немножко все по-другому. Там, в первую очередь, важна эффективность работы, выжимать все возможное из предприятия, ну, имеется в виду для эффективности, для развития. На максимум возможности работать. Ну, в принципе, это как сегодня у нас вообще есть состав правительства. Я знаю, что многие министры там работают в круглосуточном режиме, но ну, там, видишь, по ночам свет горит в окнах. Ну, я считаю, это хорошие показатели. А может, и работают? Да, я думаю, что работают, потому что на самом деле ведь пришла новая команда, которая приняла какие-то проблемы, заботы там предшествующих чиновников, там, руководителей, и поэтому это совсем надо разобраться, там, наладить, навести порядок. Я считаю, что работы очень много. Поэтому... Раз мы заговорили про городскую власть, еще хочу спросить. Илья Вячеславович, когда ему задали вопрос, насколько вы кардинально, ну, вернее, не кардинально, а насколько вы вообще серьезно можете, будете менять состав администрации, он сказал, что никого гонять, по-моему, не буду, там вот, и настаивать на этом не собираюсь, в общем-то. А на ваш взгляд, Павел, насколько нужно перешерстить, перелопатить состав городской администрации? Ну, я считаю, власти? Что перемены, конечно, должны быть, но, вот, но там нарубить дров сразу же никогда не поздно, поэтому, конечно, надо поработать там 2-3 месяца, полгода, посмотреть, насколько действующие сотрудники эффективны, насколько они готовы подстраиваться под тот формат работы там, нового главы администрации, а потом уже делать какие-то выводы. Ну, вот, возможно, глава администрации, там, Илья Вячеславович, сможет именно тех сотрудников, которые работали ранее неэффективно, либо им там неправильно задачи ставились, это тоже, ведь все зависит от руководителя, в первую очередь. Возможно, он сможет их перестроить, наладить их работу, и они начнут работать более эффективно. Поэтому, ну, нужно время, но вот я думаю, что в первую очередь это ему нужно сделать выводы. Но вот самое главное, чтобы был результат, ну, для нас, для всех важен, конечный результат. А как вы думаете, может быть, ввести какие-то ясные, понятные критерии эффективности работы чиновников? Они вообще есть? На мой взгляд, нет. Ну, вот опять же, я почему и сравниваю там госучреждения и коммерческие организации. Там, как правило, там, в коммерческих организациях более понятен результат и конечная цель, к которой там все стремятся, и вся стратегия, концепция заточена под это. Там, в правительственных структурах не всегда это тоже понятно. Есть бюджет, его вроде бы надо исполнять, да, там есть какие-то определенные направления. Поэтому вот я надеюсь, что его опыт именно вот работы на крупных предприятиях, там, коммерческих структурах, сможет настроить и, возможно, впоследствии уже разработать какой-то там планы, должностные инструкции, ну, более понятные, с какими-то показателями эффективности. Но вот, ну, опять же, это все со временем. Я говорю, там, нельзя сразу прийти и сказать, вот сегодня мы будем работать так и за один день все перестроить. Вот, на это нужно время. Ну, честно говоря, вот как работает сегодня администрация города, ну, вот, я считаю, что есть над чем поработать и много направлений. Над чем? Ну, вот вы это, депутат, вы можете... Вот это же уборка. Да, там, давайте сейчас конкретные какие-то... Да, это же уборка. Указывать на какие-то моменты. Это же уборка, про которую мы говорим. Конечно, тут надо все анализировать, искать экономические наиболее выгодные там условия, возможности. Там, ну, это много там...
перевозки городские, да, там вот хотят поднять тариф, ну, один из таких тоже вопросов был. Про общественный транспорт? Да, про общественный транспорт. Ну, 22 рубля вот. Ну, так, хотя... Остается до сих пор с 1 февраля 2017 года, и было принято решение о том, чтобы не поднимать в этом году. Ну, так, хотят сделать, предлагали 24 сделать, поднять там 2 рубля. Нет, 34. 30. В Москве 28 рублей. У нас что там, Кировская область, и город Киров живет лучше, чем Москва, я вот это вообще не понимаю. Я, конечно, не профессионал там, да, но я считаю, что надо в первую очередь искать возможности оптимизации расходов, там, эффективности работы на предприятиях, кто занимается перевозками, потому что я уверен, что... Но не поднимать. Да, я уверен, что можно даже понизить, наверняка, если... Ну, а может быть, даже рассмотреть вопрос о смене руководителей предприятия на более эффективных, те, которые смогут... Ну, вот мы опять же говорим к тому, что какая конечная цель, там, да, какими должны обладать критериями, к чему, как должны работать чиновники, ну, в том числе муниципальных предприятий. Ну, так вот, например, там, транспортные предприятия, я считаю, что две цели – это обновление автопарка, потому что сегодня эти пазики ездят, там, которые дым от них на километр разносится, куча скандалов, там, да, повышение тарифов. Ну, куча это, скандалов, не... имеете в виду? Ну, вокруг АТП вот в последние годы. Топливо, да, закредитованность, да, большая, да, и так далее. Я считаю, надо руководителю четко поставить задачу, чтобы, во-первых, тариф был снижен там, на протяжении там, год-два, вот, время установлено, за этот период нужно довести предприятие до того уровня, чтобы он смог снизить тариф и обновить там столько-то, например, там столько-то автобусов, автопарка. Но вот не справился, там нашли более эффективного управленца. Я считаю, вот такой должен быть подход. И надеюсь, что новый глава администрации именно с таким подходом и будет работать. На сегодняшний это 22 рубля за проезд, за билетик. Много или мало? Ну, я считаю, что много на самом деле. Много? Да. Потому что есть ряд регионов, где, там, сейчас не могу сказать точно, но мы как-то анализировали эту ситуацию, где проезд, там, ну, как минимум, в более крупных городах, там, ниже или на уровне нашего же региона. Угу. Ну, также там проблема существует, я поднимал ее ранее, когда еще был депутатом городской думы, там, Косино, Бахта-Русская, расстояние до Бахты-Русского такое же, как, например, там, до Коминтерна, до Ленгасова, но там у них действует городской тариф, а до Бахты-Русского уже междугородний тариф, который там в два раза дороже, тоже почему так? Вот, несмотря на то, что это Октябрьский район города, да, Кирова. Да, Октябрьский район города Кирова, и расстояние там идентично, как до Коминтерна, там, до поселка Ленгасова. Поэтому, ну, на самом деле, есть над чем работать вообще в плане тарифов на общественный транспорт. А если поднимать, то при каких условиях? Вот мы же в последнее время что наблюдали? Он поднимается традиционно каждый год, а ничего не меняется. Ну вот я говорю, здесь автобусы. Да, здесь город Морел. Зачастую такие обветшалые. Там ездят новые современные пазики, там вроде бы не очень большой регион, но как-то они же находят возможность. Да даже взять там частных перевозчиков в городе Кирове, которые, насколько я знаю, там арендуют маршруты, опять же, там муниципального предприятия, платят за аренду маршрутов, но при этом умудряются получать прибыль, да, там, не знаю, там, постепенно обновлять парки, а вот предприятие, которое сдает им в аренду эти маршруты, оно не может этого делать. Причем, как правило, сдаются в аренду маршруты не самые эффективные. Я говорю, ну, работать есть над чем. Опять же, подчеркну, что не профессионал в данной сфере, но проблема... Ну, как житель города, да, вы можете заявлять, да, собственно, да. Да, ну, и опять же, так как депутат, получая обратную связь от жителей округа, города, всех позиций однозначно. Павел Дорофеев, депутат областного законодательного собрания фракции «Справедливая Россия». Это его особое мнение сегодня. Середина часа, реклама у нас сейчас традиционная будет, и мы продолжим через полторы минуты. Особое мнение Павла Дорофеева мы сегодня слушаем, депутат законодательного собрания Кировской области. Хотелось бы затронуть тему хоккейного клуба «Родина». Снова в конце года и в начале нового 2018 года с тревогой стали говорить о судьбе нашей пока профессиональной команды. Долги, проигрыш за проигрышем и так далее. Вот, в частности, глава администрации Илья Шульгин в нашем эфире заявил о том, что в любительский статус перевести команду. Вы согласны с этим мнением? Ну, а что в понимании любительский? Вот, ну, когда в Суперлиге она не будет участвовать? Ну, я считаю, что любительский это лиги. Что? Тут в первую очередь надо понимать, тогда хоккеисты будут как играть и работать на профессиональной основе, этого не будет. Мне кажется, нет. Ну, у них будет какая-то другая работа, конечно, да, это в качестве хобби уже. Да. Ну, скорее всего, это придет к закрытию команды, но опять же, возможно, наоборот, тогда потянутся любители, которые на самом деле любят это дело, и для них будет там задача в первую очередь там не финансовые показатели, а именно там личное достижение, и, возможно, даже будет более эффективно. Тут сложно рассуждать, но я одно могу сказать, что моя позиция, что хоккей, вот там клуб «Родина», не должны никак финансироваться из областного бюджета, ну, из бюджета города Кирова. Тут все же должны быть либо какие-то спонсоры, да, там люди, которым это интересное направление. Вот моя четкая позиция. Но опять надо же понимать,
понимать, если это станет любительская команда, да, то у нее там не будет таблицы, показателей каких-то, где смогут найти такого спонсора. Ведь все же сегодня нет предприятий, у которых просто лишние деньги, они как от нечего делать, решили кого-то спонсировать, или им просто нравится хоккей. Конечно, эти предприятия в первую очередь преследуют цель это и пиара, и имиджа, вот, ну, для них тогда важны показатели. Вот, поэтому очень спорный вопрос. Тут должны заниматься профессионалы, именно кто понимает в экономике, там, спорта, хоккея. Профессионалы-то от хоккея говорят, что должна быть все-таки команда самого высокого уровня, и это важно в том числе и для молодых, для юных хоккеистов. То есть они видят, что вот у них есть старшие товарищи, они выступают на самом высоком уровне и выступают хорошо, и это их сподвигает к тому, чтобы заниматься и тоже идти к таким высотам. Ну, значит, нужно искать спонсоров, которые готовы поддерживать данную команду в регионе и развивать. Ну, то, что, насколько я знаю, там последние результаты в основном проигрышные, да, у нашей команды. Ну, не в основном, а 100%. 100%. Ну, это, конечно, наверное, все в совокупности влияет и финансирование, да, и там проблемы, которые сегодня там сложились вокруг команды. Поэтому, ну, надо как-то выходить из ситуации. Да. Ну, вот я говорю, у меня единственная позиция, что вообще спорт вот такого уровня не должен финансироваться из бюджета. Это я считаю неправильно. Ну, еще, конечно, вопрос меня лично волнует. Откуда вообще такие цены в профессиональном спорте, когда столько нужно вносить, вот эти оргвзносы и так далее. Если, в общем, дорогое удовольствие, в общем, профессиональный спорт. Ну, да. В России. Не знаю, как в других странах, но вот у нас именно о таких суммах идет речь. Ну, кстати, накануне была информация о том, что часть долгов Родина погасила. Это долг перед Федерацией хоккея с мячом 6 миллионов рублей. Источник, собственно, финансовый неизвестен. Тут в СМИ не сообщался. Хочется напомнить уже ближе к концу вашего, Павел, особого мнения о том, что на нашем сайте kirova.ru есть специальная форма для того, чтобы слушатели могли задавать вопросы вам и другим гостям особого мнения. Вот есть вопрос от Михаила. Михаил, такая претензия поступила. Добрый день, Павел. Справедливая Россия всегда была против Единой России, как партии жуликов и воров. Вот, а понимая, что наш президент опирается именно на Единую Россию, а теперь справедливороссы заявили о поддержке Владимира Путина. Вы за кого? Интересуется Михаил. Да, действительно, в конце декабря Сергей Миронов, лидер партии, сказал, что будет поддерживать справедливая Россия Путина как самого движенца. Ну, хочу отметить, да, у нас был съезд в конце декабря 2017 года, на съезде я присутствовал, было принято решение поддержать действующего президента Владимира Путина. Основная причина, да, и позиция такова, что сегодня, ну, надо понимать, что рейтинг главы государства очень высокий, это, конечно, связано и с присоединением Крыма, и там с борьбой международным терроризмом, это и с позицией по Украине, и там рядом других причин. Ну вот, поэтому тут надо понимать, там, что хочет партия, либо получить какой-то пиар, да, там, поучаствовать в выборной кампании, либо в первую очередь реализовать свои цели и программы. Вот. А как вот я знаю, насколько я знаю, было проанализировано майские указы президента, так вот 60% майских указов совпадают с программой партии «Справедливая Россия». Поэтому 60, но ведь не 100. Ну, 60% это тоже немало, и у нас в первую очередь все же цель – это реализовать свои цели, задачи и программу. Поэтому у нас появляется возможность сегодня в ближайший президентский срок включить свои программы и добиваться их реализации. Угу. Вот, а 12 в первую очередь самое важное. Ну, вот, ну и, конечно, самый главный фактор, что все же Владимир Путин выдвинулся не от партии «Единая Россия», а выдвинулся самовыдвиженцем. Ну, вот, поэтому, что мы не поддерживаем партию «Единую Россию», ну, тут как бы абсолютно разные вещи. Мы поддерживаем президента действующего Владимира Путина, поэтому, ну, вот основная у нас позиция такова. Угу. То есть я правильно понимаю, что позже там появится уже более подробная информация о том, а что конкретно «Справедливая Россия» будет, собственно, ну, да, просить, да, или требовать, конечно, за то, что она поддерживает, да, Путина? Конечно. Но это в любом случае будет какие-то. Да, вот, конечно. Там, да. Мы уже и на съезде об этом поднимали вопрос, что надо разработать конкретные уже там цели, программы и добиваться, чтобы их включили как минимум в предвыборную кампанию, ну и, конечно, как максимум в работу на ближайший президентский срок. Угу. Ну, что, в принципе, это уже и делается, и разрабатывается. Угу. А что у нас в ближайшее время, в ближайшие месяцы будет в регионе происходить? Как будет работа вестись вот именно «Справедливой России» предвыборной? Ну, я сейчас не могу вам сказать, потому что еще идет сбор подписей, но вот не все кандидаты еще там зарегистрированы, и на сегодняшний день там у нас в региональном отделении партии «Справедливая Россия» нет никакого принятого решения, как будет вестись предвыборная кампания. Там будет ли какая-то работа производиться, там, поддержку действующего президента, ну и либо вообще какую-то работу. А подписи вы не собираете? Подписи мы не собираем. Не собираете. Да.
какие-то коллеги-то другие уже есть, кто занимаются этим, да. Ну, так как мы не выдвигаем своего кандидата, ну и опять же, если мы выдвигали, мы парламентская партия, мы, нам нет необходимости сбора подписи, поэтому на сегодняшний день пока работа не ведется. Мы начинали нашу программу с итогов 2017 года, сейчас хотелось бы поговорить все-таки о планах на 2018, и интересует меня конкретно вот задача, которую «Справедливая Россия» будет в нашем региональном парламенте ставить. Ну, да. Что сейчас у вас на уме? Хочу сказать, что в первую очередь мы, конечно, будем выдвигать много инициатив, сейчас их разрабатываем, будем поддерживать инициативы наших коллег из Государственной Думы. Ну, хоть озвучьте, хоть какие-то из них, чтобы люди понимали. Да, сейчас, например, выдвинута инициатива о компенсации непроиндексированной пенсии, которые были там за последние года. Так, например, в 2015 году индексация пенсии составила 4%, а инфляция была 12,9%. Это самая высокая инфляция за последние годы. Да? Да, мы считаем, что это несправедливо, когда правительство идет по тому пути, что индексирует пенсию меньше, чем была реальная инфляция в стране, хотя у нас, ну, мы все видим, что все дорожает, но вот поэтому будем добиваться этого. А это как, в форме единовременной выплаты, что ли? Да, в виде компенсации. Да. Вот, уже внесены законопроект в Государственную Думу. Ну, вот, ну и, конечно, мы очень бы хотели, чтобы законодательное собрание Кировской области поддержало данную инициативу. Так мы сейчас изучаем проблему Кировской области и также будем готовить законопроекты по проблеме погорельцев. Сегодня те погорельцы, у которых жилье не являлось аварийным, они сегодня не могут претендовать на внеочередное выделение жилой площади. Я считаю, что проблема серьезная. Насколько она актуальна для нашего региона? Она очень актуальна. Многие таких случаев, когда сгорает хорошее жилье, и люди ничего не могут получить взамен. Проблема есть такая. Угу. Также сейчас изучаем проблему управляющей компании. Именно проблема того, что ресурсоснабжающие... Можно я немножко съязвил? Не проблема управляющей компании, а потому что... Ну, потому что управляющая компания зачастую это сама по себе проблема. Проблемы в сфере управляющей компании. Это вот есть проблема, что ресурсники не получают средства от управляющей компании. Там сейчас уже законодательно разделены счета, на которые поступают деньги, которые управляющие компании не могут потратить на иные цели. А там, ну, также сейчас все переходят на прямые договора. Ну, есть такая... Опять же, ну, не все, но желающие. Да. Да, ну сегодня существует, вот, насколько мне известно, проблема, что аффилированные обслуживающие организации этих же управляющих компаний в судебном порядке в суд подают на управляющую компанию на взыскание каких-то там задолженностей там, по завышенным там, порой услугам, и в судебном порядке в первую очередь получают средства, а ресурсники тогда не могут получить средства. Но вот это опять же появляются различные лачейки, ну, вот, которые мы хотим пресекать на законодательном уровне. И тоже вот эту проблему сейчас изучаем, будем выносить какие-то инициативы. А молодежь будет ли находиться в поле вашего зрения в этом году? Молодые люди, молодые родители, работники. Вы же человек-то молодой еще. Ну, на самом деле... Что для них... Да, на самом деле, может быть, сделать хотите. Мы еще и когда я являлся председателем молодежной общественной палаты, мы выдвигали инициативы, которые в дальнейшем были проработаны и приняты. Это поддержка молодых семей в сфере ипотечного кредитования, вот когда первоначальный взнос выдавался беспроцентный займ на первоначальный взнос. Поэтому такие же подобные инициативы мы сейчас разрабатываем, изучаем проблематику, какие там проблемы у молодых семей в регионе. Вот поэтому инициативу будем выносить, конечно. Многие поддержки были там урезаны в последние годы, потому что финансирования не хватает. Но мы в любом случае не будем останавливаться, будем постоянно их выдвигать и надеяться, что когда-то будем услышаны. Вот, ну, вот я говорю, в плане поддержки молодых семей планируется несколько инициатив, как вот и в ипотечном кредитовании, так и получение жилищных поддержки. Ну, будем работать в этом направлении. У нас остается несколько минут до конца беседы. Вы поучаствовали в вопросе Вятского государственного университета? Я вчера ссылочку отправлял вам, мы вчера говорили о нем в программе «Дневной разворот». Ну, я напомню, да, опрос такой подготовил очень основательный наш опорный вуз, более 100 вопросов с той целью, чтобы узнать, как кировчане, собственно, оценивают условия проживания в конкретном микрорайоне, в конкретном доме, в конкретном городе, там и любимые парки, места какие-то, уровень криминогенности и так далее и тому подобное. Поучаствовали? Я на самом деле еще не поучаствовал, но считаю, что идея отличная. Как минимум она не будет лишней. Городская администрация сможет посмотреть дополнительный срез, какой-то анализ. Но вот, ну, было бы еще неплохо, если бы студенты данной проблематики, которую они получат, предложили бы какие-то пути решения. Там, пускай, возможно, администрация города там, и не всеми воспользоваться, но пути решения? Да, но это было бы интересно. Вы считаете, что
Считаю, именно университет должен это сделать. Ну, да? Я считаю, было бы интересно, если бы они предложили какую-то свою позицию. Да. Пускай администрация города из-за этого бы там, взяла там, даже 10% каких-то идей. Да. Ну, я считаю, что одна голова хорошо, а две лучше. Почему бы и нет? Угу. Ну, вчера представитель университета, да, говорил о том, что там будет попозже все-таки сделан очень подробный анализ результатов. И там прям вот будет видно, где основные проблемные места. И мне кажется, там уже будет какое-то понимание того, как это все исправлять. Ну, вот вы общаетесь с избирателями. Вот, все-таки опросы такой более объективный способ выяснения мнений, или все-таки общение прямое с избирателями, вот, вы как депутат? Или и то, и другое? Я считаю, и то, и другое быть, абсолютно там, в комплексе, потому что, конечно, опросы, он, я говорю, тут надо говорить о его эффективности, там, да, мы, как он проводится, хотя, конечно, это тоже очень хорошая информация, и она, в принципе, это полезно, но вот, ну, прямое общение, это уже конкретно получаешь человека, проблему, детально, это, наверное, все же более эффективно, но, опять же, это менее масштабно, потому что опрос может провести там 2000 респондентов, опросить за неделю две, за две недели там вживую можно пообщаться там, с 10 человеками, поэтому, конечно, тут я считаю, что надо и тот результат обобщать, ну, вот, и получать уже такой хороший результат. Ну, я говорю, было бы неплохо, если все же студенты университета приложили бы... Ну, не только студенты, ну, ученые, да, сотрудники. Ученые, потому что ведь все равно, там, опять же, если это молодежь проводит, а студенты, то там, через несколько там, десятилетий у них там свои семьи, дети появятся, которые в этом же городе будут жить. И я думаю, что в первую очередь и они должны принимать участие в судьбе нашего региона и города. Кстати, мы, да, общались с вами тоже в особом мнении в прошлом году, и вы рассказывали о тех проблемах, с которыми идут избиратели, жители округа, ничего не меняется по-прежнему. ЖКХ, дороги. Ну, конечно, да. Ну, там какую-то проблему мы бы там в округе решили. Медицина, образование. Да, люди пришли с новой проблемой, там одну решаем, новая появляется. Ну, в любом случае, я считаю, что вот меня там многие иногда спрашивают, ты в своем округе там где-то вы качельку поставили, еще что-то сделали. Ну, это вроде все мелочно, там, занимаетесь там непонятно чем. Ну, а я не считаю, что мелочно. Сегодня качельку поставили, там, в следующем году еще что-то сделали. Лучше. Теория малых дел. Ну, лучше шагово, маленькими шагами, но вперед, нежели стоять на месте и ничего не делать. У меня позиция всегда такая. Павел Дорофеев, депутат областного законодательного собрания. Истекает время нашего разговора. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго.